Дорогие друзья, приветствую вас на нашей встрече. Вы готовы получить сегодня заряд положительной энергии? Напишите, пожалуйста, как меня слышно, видно ли меня, как меня видно. Добрый вечер всем. Нам нужна энергия. Ура! Начинаем заряжаться. Я постараюсь зарядить вас так, чтобы вам хватило не только на выходные. Добрый вечер, любые друзья. Я всех вітаю. Але сьогодні будемо проводити нашу презентацію на російській мові, бо у нас дуже багато, я бачу, людей із інших країн, які ще поки що, любі мої, не дуже розуміють нашу рідну українську. Окей, мова не важлива, так. Головне – наша душа. Це вірно, Євгенія, дякую. Ну що, любі друзі, на цій гарній картинці починаємо. Добрий вечір, дорогі друзі. Я ще раз привітаю вас на нашому дні круїзера. І хочу для початку представитися. Но пока я буду рассказывать о себе, я попрошу вас всех написать, откуда вы, из какого города, из какой страны и кто вас пригласил на нашу сегодняшнюю встречу. Ну, а мы начинаем. Меня зовут Алена Бондарь. Я путешественница, интернет-предприниматель, любящая жена и заботливая мама. Вы знаете, за свою жизнь я проработала в разных сферах жизни и прошла, ну, нелегкий, скажем так, путь, свой жизненный, да, женский путь. И сейчас, вот именно сейчас, я развиваю свой бизнес в сфере круизных путешествий. Я хочу сказать еще, что мы с мужем сейчас вот полтора года в связи с событиями в Украине, мы находимся сейчас в Германии. Но это не мешало моему бизнесу развиваться. Это не мешало моему бизнесу расти. И сегодня мы поговорим с вами, прежде всего, поговорим о моем хобби, о хобби путешествий, которое... Знаете как, самая лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. Поэтому в моей жизни это произошло именно так. И сегодня я хочу вам рассказать, как путешествия стали источником моего дохода. Я хочу вам рассказать о своих путешествиях именно о круизах. Почему именно круизы и почему мы вот со своим супругом, и я уверена, 89% всех круизеров, всех путешественников, которые побывали хотя бы один раз в круизе, также фанатеют от этого. Я для начала немножечко вас погружу вот в такой вот круизный мир, чтобы мы с вами уже окунулись полностью во всю эту красоту. Аленочка, это видео не может воспроизводиться. Тут написано, что недоступно. Может, другое? Почему? Не может? Не идет?
Друзья, вы видите видео сейчас? Нет? Нет. А, очень жаль. А как же нам это контролировать? Хорошо, давай вот это попробуем. Да, друзья, спасибо. Это идет? Сейчас видно видео? Ага, отлично. Друзья, ну вот так вот получилось, да? Тише. Да, спасибо, Марина. А вот так получилось, к сожалению, это видео почему-то не прошло, хотя я его только вчера записала. Но не важно. А я хочу вот, чтобы вы поняли, где и как мы отдыхаем. Вот это был наш круиз по Юго-Восточной Азии. Ну, тогда все по порядку. Мы еще к этому вернемся. Вы знаете, друзья, так оказалось, что я пересматривала свои старые фотографии и увидела, что первый мой круиз, самый-самый первый мой круиз был, господи, в 98-м году, ребят, представляете, в 98-м году это был мой круиз по Днепру. Но уже тогда я поняла, что мне это очень нравится. Ну, вы представляете, в 98-м году какой был у нас кораблик, да, и какой был маршрут. Это мы шли по Днепру от Киева в Одессу и обратно. Но было круто. После этого следующий наш круиз случился через много лет уже. И я поняла, что это для меня наилучший вид отдыха, потому что круиз – это романтика. Вот только представьте, волшебные рассветы и закаты. Вы стоите на палубе, ветер развивает ваши волосы. Вам это нравится? Фантастика, все верно, так и есть. Это удобство, потому что вам не нужно распаковывать чемоданы и запаковывать, чтобы посетить несколько городов за одно путешествие. Это экзотика, потому что в круиз можно попасть от Багамы до Мальдив, от Аляски до Антарктиды. Это там, где есть вода, туда можно добраться на круизном лайнере. Это же круто, вам это нравится? Ну и, конечно же, круизы объединяют в себе сразу все: и проживание, и питание, и транспорт. А также ваш, так сказать, огромный город, который вмещает в себя не только проживание и питание, но а также ваши развлечения, ваш релакс, ваши невероятные какие-то представления, на которые вы ходите и которыми являетесь в данную минуту все время, каждый день, каждую минуту на лайнере. Еще круизы – это возможность побывать в любой точке планеты. И вот на этих фотографиях мы с мужем и в Гонконге, и на Мальдивах, и даже вот мы были в круизе по норвежским фьордам. Это замечательно. Давайте, друзья, вопросы. Спасибо, что вы спрашиваете. Это очень похвально. Давайте я часть презентации пройду и вам дам время для вопросов. Хорошо? Спасибо большое. Друзья, вы знаете, вот я провела такую статистику, и получилось, что мы побывали уже в 7 круизах. И наши лайнеры, это вот по возрастающей у нас все было. Сначала у нас был манюсенький лайнер Thomson Spirit. Наш первый круиз был по Средиземному морю, вот на таком манюсеньком лайнере. Но вы знаете, когда мы попали на этот лайнер, мы попали в какой-то рай. Во-первых, шикарная обстановка.
шикарное обслуживание, за тобой все время ходят, тебе все время улыбаются, ну, чуть ли не ручки целуют. И знаете, вот каждый стюард, каждый сотрудник лайнера, каждый член команды, они просто к тебе обращаются, как к твоему старому другу, как к твоему самому-самому желанному гостю, самому долгожданному гостю. И вы знаете, это очень завораживает и очень подкупает. И вот вы видите, ну, к сожалению, в электронном виде не сохранилось фотографий у меня сейчас от моего первого круиза. Вот я нашла только одну фотографию. Это был, вы знаете, такой вечер с капитаном. Кто был в круизе сейчас, это проходит уже, да, Мариночка. А кто был в круизе сейчас, это проходит уже более демократично. На этом лайнере мы простояли 1,5 часа в очереди среди красиво одетых и даже, в общем-то, по всей форме мужчины в смокингах, женщины с бриллиантами. А вот среди этих дам и джентльменов, чтобы сфотографироваться на фоне вот такой вот лестницы, как вы видите, ну, это баннер такой был, как на «Титанике», это тоже было очень символично. И также вот сфотографироваться с капитаном. У нас тоже есть фотография с капитаном. Я не изменяю традиции, всегда стараюсь также фотографироваться с капитаном на любом своем лайнере. Мы прошли вот такой замечательный маршрут. Это у нас был такой романтический маршрут. Он начинался из Пальма де Майорка. Мы провели 2 дня в отеле, а потом сели на лайнер и пошли вот по такому вот маршруту. Да, Барселона, остров Корсика, Сицилия, Неаполь, Марсель, Тулон. И снова вернулись в сказочную Пальму де Майорка. Друзья, каждый из этих городов знаком вам, и я уверена, что многие из них уже бывали, если нет, то наверняка вы хотели бы побывать в этих городах, и это правильно. А мы перемещаемся дальше, и теперь мы отправляемся с вами по норвежским фьордам. Следующий наш круиз был на шикарном лайнере Steam Music в 2013 году, и мы пошли в круиз по норвежским фьордам. Вы знаете, я благодарю своего мужа, что он мне дарил такие шикарные подарки, и этот круиз, это был наш подарок, ну, подарок моего мужа к нашему 12-летию совместной жизни. Вот вы видите, тортик такой нам команда подарила. Мы отмечали свой юбилей такой небольшой в этом круизе. Причем мы пригласили в этот круиз своих друзей, поскольку нам уже понравилось быть в круизе, мы рассказали своим друзьям, и мы поехали вместе. Мы с вами путешествуем дальше. Далее пошла просто какая-то жара, потому что мы с вами попадаем в круиз по Филиппинским островам. Друзья, это фантастика. Вот вы знаете, Сингапур, Гонконг – это такие города, которые, ну, как вам сказать, вот знаете, есть такое выражение «Восток – дело тонкое». И даже вот еще в 2015 году, да, спасибо, даже в 2015 году я поняла, что Европа еще до Востока очень-очень далека. Там настолько все продвинуто, это все технологии и все новшества, они настолько это все схватывают. И вы знаете, что меня еще вот поразило, что в этих огромных городах, миллионниках, и там, где масса этих высоток, небоскребов, куча людей, там настолько построена логистика, что, ну, люди не сталкиваются, вот знаете, как в толпе друг с другом.
уже настолько продуманы эти все ходы-выходы из метро или это какие-то переходы. Это завораживающе. Просто, вы знаете, я восхищалась. Конечно же, мы побывали, вот ездили к Будде, да, вот к такому вот, господи, ну не мемориал, а вот память, вот к этому Будде мы ездили, да, вот поклонились, да, побывали на белоснежных пляжах острова Баракай, вот вы видите фотография, и на фоне там виднеется наш лайнер тоже. А вот. И, конечно же, в Гонконге мы поднялись на смотровую площадку, которая называется «Пик», а вот в 2015 году, и глядя на панораму Гонконга, да, сделали такой вот себе запоминающийся, да, символический поцелуй. Я считаю, это вообще очень романтично, и да, очень важно, когда с супругом вы на одной волне, девочки. Так что это тоже надо сразу, так сказать, учитывать. И смотрите, следующий наш круиз, это был по Южной Америке. Друзья, за все время мы в круизах посетили уже более 40 стран, и побывали, да, более в 40 городах, в 40 странах, вернее, правильно я сказала, на трех материках. И вот этот вот наш круиз по Южной Америке мы тоже очень долго ждали. И хочу сказать, бежать вперед, сказать о ценах, да, что этот круиз, мы всегда как бы планировали такие вот поездки в теплые края, ну, чтобы поехать туда зимой. У них там сезон хорошо, не жарко и тепленько, а у нас зима, и очень здорово продлить себе лето или сделать лето среди зимы. Согласны? Поставьте, пожалуйста, десяточки, кто, что вы меня хорошо слышите и видите. Я переживаю, да, спасибо большое, чтобы все было видно. И видны слайды, все хорошо, да? Спасибо, спасибо. Благодарю, Фируза, Татьяна, Ирочка. Вот, так вот, этот наш круиз, ну, вы знаете, вы заметили, наверное, что мы посещаем очень романтические места, да? И на этот раз не исключение, потому что мы приехали специально за один день в Буэнос-Айрес, чтобы побывать, вот вы видите, в знаменитом кафе, где проходят такие вечера танго. И вот мы сделали такую вот интересную фотографию, как вам эта фотография, да, мы танцуем танго, ну, практически. Друзья, это, конечно же, просто фантастика, когда ты каждый день переходишь из одного города в другой, когда каждый твой круиз наполняет тебя новыми знаниями, новыми странами, и ты это все впитываешь в себя, и, как мы говорим, становишься богаче в путешествиях. Да, мы побывали в этом круизе и в Буэнос-Айресе, и в Рио-де-Жанейро. Мы посетили очень интересный остров Бузиос. Ну, может быть, ну, он не сильно знаменит, но среди любителей вот именно латиноамериканской публики, да, это очень популярный остров. А также мы побывали в столице Уругвая, Монтевидео. После круиза мы еще посетили одно незабываемое место. Это водопады Игуасу. Вы знаете, это водопады – это еще одна моя страсть. Я не буду на этом останавливаться, потому что очень-очень мы уже побывали на нескольких больших водопадах. Я обязательно запишу с этим презентацию или видео. Итак, далее перемещаемся. И вот, друзья, как вы думаете, кто же нас отправил в круиз на Мальдивы, из Мальдив в Индию?
Вот об этом мы с вами чуть-чуть поговорим в следующей части нашей презентации. А я сейчас приоткрою вам секрет. Друзья, в этот круиз уже я повезла своего мужа. Как вам такой поворотик? Да, да, да. В 2019 году в мою жизнь постучалась одна удивительная женщина, которая рассказала мне о том, что можно путешествовать абсолютно бесплатно, что можно путешествовать со скидкой. И я, скажем так, втайне от мужа вступила в этот клуб, в это сообщество счастливых путешественников. И когда пришел час думать о том, где же мы будем встречать Новый год 2020, это же такое вот значимое событие, да, мы все его ждали еще с детства, просчитывали, где я буду в 2020 году, где я буду, что я буду делать, где я буду его встречать. Вот, друзья, и я говорю своему мужу, может быть, мы поедем в круиз? У меня есть возможность отправиться в круиз с огромной скидкой. И тебе, я говорю, дорогой, не придется платить больших денег, потому что я сейчас уже нахожусь в клубе, который позволяет мне экономить. Вот этот шикарный круиз на великолепном лайнере «Коста Виктория» мы провели по маршруту из Мальдив через Коломбо, Шри-Ланку и в Индию. Гоа мы еще заезжали, Мормугао, и в Бомбее закончили в Индии. Друзья, о Мальдивах, наверное, мечтает каждая девочка, и мальчики тоже. Девочки, наверное, больше, потому что сфотографироваться на фоне этих шикарных пальм и получить вот этот вот заряд, так сказать, энергии, которая выходит из этого лазурного моря и белоснежного песка, а также вот пообниматься со слоном, у меня тоже это была очень большая мечта. И моя мечта осуществилась. Так. И дальше уже пошли подарки от меня, ребят. На самом деле это очень круто. И у нас так получается, что в то время мы бронировали круизы где-то так раз в два года. И в следующий вот уже тоже значимый год, 2022, это когда, вернее, после того, когда два года вся индустрия круизная, весь туристический бизнес простоял на паузе, мы отправились встречать Новый год 2022, уже тогда открылись границы, запустились лайнеры, мы отправились встречать в шикарный круиз по Арабским Эмиратам из Дубая через остров Сербаньяс, Абу-Даби и Катар. И вот в то время, когда мы вернулись из этого путешествия, у меня появилась другая мечта. И эта мечта осуществилась уже в текущем году. В связи с пандемией, в связи с событиями 2022 года, да, всего этого, у меня отменилось 5 моих круизов по Греции, друзья. Мы 5 раз бронировали круиз и никак не могли попасть из-за каких-то вот международных или каких-то текущих событий. Но хочу сказать, что все деньги, которые были потрачены на это бронирование, они все вернулись на мои счета, то есть они возвращались, мы снова бронируем, они возвращаются, мы снова бронируем. Мы бронировали разные лайнеры, и на этот раз
уже я сделала подарок в прошлом году своему мужу. Как раз у него вот 2 дня назад был день рождения. И в прошлом году на его день рождения мы забронировали вот этот шикарный круиз на лайнере Virgin Voyage по Греческим островам. И вы знаете, я тут вот вставила вот эти вот забавные наши кадры. Моему мужу на минуточку исполнилось 78 лет вчера. И поэтому вот так вот на качельке, я думаю, что, ну, наверное, каждый хотел бы покататься 78 лет. И я специально поставила сюда эту фразу Ричарда Брэнсона, основателя этой круизной линии и вообще линии Virgin, да, что жизнь чертовски веселее, если вы говорите «да», а «нет». Согласны? Вот. И вот мы провели незабываемые эти дни, незабываемый круиз на этом шикарном лайнере. Вы знаете, до этого, ну, может, вы обращались. Да, спасибо большое. Быть может, вы обратили внимание, что в основном-то все лайнеры, они белые, а этот лайнер был красный. И этот красный, вы знаете, он настолько романтичен, настолько он, ну, такой энергетически заряженный, что хотелось все время какого-то драйва и какого-то движения, какого-то, я не знаю, ну, энергию, хотелось свою энергию все время отдавать. И я не сказала, кстати, ведь это лайнер специально для взрослых. Это лайнеры компании Virgin, лайнеры 18+, то есть на них нет детей, но зато на нем такой шикарный отдых был у нас, что сейчас мы считаем для себя, что это был для нас лучший круиз из тех, которые были у нас. Вот мы провели вот такие вот незабываемые 7 круизов. И что у нас осталось после круиза? Вы знаете, для нас, я просто прочитаю, я специально заготовила этот текст. Для нас круиз – это наркотик. И побывав раз в жизни, попробовав морское путешествие, вы влюбитесь в этот вид отдыха окончательно и бесповоротно. После одного круиза сразу начинаешь планировать другой. Думаешь о новых странах, новых городах, которые уже тебя ждут. А благодаря насыщенной программе, которая проходит в круизах, у вас остается много приятных впечатлений, которыми обязательно захочется поделиться с друзьями, а может и разделить с ними эти чудесные мгновения, отправляясь в круиз в следующий раз вместе. Скоро наш круиз номер 8. Милости просим. Поехали с нами. Кто за? Отлично. Так. Теперь, друзья, вам понравилось? Так. Пожалуйста, я запустила такое вот мини-голосование. А у вас выскочила полосочка. Спасибо, уже кто-то голосует. Благодарю вас. Я буду очень рада, если вы проголосуете, понравилась ли вам моя презентация. Но, друзья, это же еще не все. Сейчас начинается самое интересное. Сейчас мы с вами поговорим о том, как же у меня это все получается. Почему всегда вот у меня получаются такие шикарные путешествия? Откуда я беру деньги? И что мне дает тот клуб, о котором я с вами уже говорила, да, немножко?
Благодарю, благодарю. Вижу, что вы голосуете. Спасибо вам огромное. Но еще пока не все проголосовали, немножечко полоска повисит. Жду ваши голоса. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Двигаемся дальше. И я думаю, что вы уже заметили. Спасибо большое, Катерина. Да, я очень стараюсь поделиться своей энергетикой. И вот на этом слайде вы видите, что я всегда разная. Ну, это вы уже заметили, наверное, и по круизам, что я там тоже всегда разная. Но я всегда очень тщательно готовлюсь к круизу, несмотря на то, что уже давно правила гораздо демократичнее, чем были в нашем первом круизе. Поэтому и вам я всегда советую оставаться лучшей версией себя. Ну и вы уже немножко знаете про меня, знаете мои путешествия, где я путешествовала, знаете, как я люблю путешествовать. И давайте с вами немножечко теперь вместе поработаем. И я хочу с вами провести еще вот такую вот тоже, ну, интерактив такой, скажем так. А вот у меня к вам первый вопрос. Знаете ли вы, что все путешественники на самом деле делятся на 4 сектора, на 4 разных вида путешественников? Итак, давайте смотреть, кто же эти путешественники. А вы, пожалуйста, сейчас внимательно послушайте, что я расскажу про эти 4 сектора, и напишите потом в комментариях, к какому сектору вы относитесь или хотели бы отнестись. Поехали. Так, конечно же, первый вид путешественников – это путешественники, которые путешествуют бесплатно, виртуально, через телевизор и YouTube. Я думаю, что многие из нас, даже и я вот хочу тоже признаться, было время, когда мы путешествовали действительно только виртуально. Но мы думали просто, что нельзя по-другому. Далее. Ага. Так, следующий вид путешественников – это путешественники, которые реально путешествуют, но безвозвратно тратят деньги. Ну, все мы когда-то ходили в турагентство, и, кстати, я вот, извините, там прервалась, потеряла мысль, не сказала, что наш круиз по юго-восточной, по Южной Америке, то есть Аргентина, Бразилия, Уругвай, мы бронировали за 11 месяцев, причем со 100% предоплатой. Мы увидели предложение в интернете, ну, поскольку мы же уже путешествовали, нам какие-то предложения приходили. Мы увидели предложение и рискнули. Там была типа скидка, ну, мы знаем, как эти скидки формируются, но неважно. Мы рискнули, заплатили полную стоимость круиза, и 11 месяцев мы не знали вообще, поедем мы в круиз или нет, кто нам будет это все оформлять, как это все будет, и абсолютно, в общем-то, жили в каком-то неведении 11 месяцев. Но, слава богу, что все заканчивается хорошо у нас, да, в том числе, и вот к такому виду мы тоже относились. Есть еще третий вид путешественников, да, которые реально путешествуют бесплатно, но выполняя огромные миллионные товарообороты, друзья. Я думаю, что вы тоже знакомы с такими людьми, у вас есть какие-то лидеры из ведущих сетевых компаний, которые делают невероятные продажи, которые просят вас купить крем, чтобы хотя бы как-то увеличить свои продажи, да, и приплюсовать их к тому, что им не хватает какой-то тысячи, двух тысяч, трех тысяч, и до этого промоушена, который дает компания. Но смотрите, друзья, эти люди, они действительно работают, и они действительно путешествуют бесплатно. Но они путешествуют с теми людьми, с которыми отправляют их компания. Они путешествуют в те места, куда их отправляет компания. Они путешествуют в основном
со своими командами, а их дети ждут и наслаждаются фотографиями мамы, которая такая молодец, да, что выполнила этот промоушен и поехала в тот же круиз, да, в круизы тоже ездят эти люди, поехала одна без ребенка. Но уже 8 лет, и за эти 8 лет уже более 1 000 000 путешественников из 200 стран мира не просто путешествуют бесплатно, не имеют такую возможность, а еще и получают оплату за свой отдых. Хотели бы вы узнать об этих путешественниках? Напишите соточки, кто хочет узнать об этих путешественниках. Так. О, знаете уже? Замечательно, все отлично. Тогда погнали. Давайте с вами еще немножко поинтерактивничаем и напишите, какие города, страны вы мечтаете посетить. Вы знаете, я поняла одно. Нужно во Вселенную отпускать свои запросы, потому что когда мы храним это в себе и только думаем, это хорошо. Но если мы напишем, Вселенная быстрее увидит и услышит вас. Поэтому не стесняемся, запускаем свои мечты во Вселенную, а я вам даю подсказочки, где бы вы хотели попутешествовать, может быть, поехать на Карибы, в Барселону, в Гонконг, в Нью-Йорк, посетить норвежские фьорды, Париж, Гавайи. Ребята, мир настолько прекрасен, только-только мечтайте, и ваши мечты обязательно осуществятся. Так, Сингапур, фьорды, Мальдивы, замечательно, кругосветка, но это уже наверняка наши партнеры, я тоже мечтаю про кругосветку. Фьорды, Мальдивы, супер! Гавайи, Нью-Йорк, Аляска, да, Мариночка, будешь собираться, я обязательно хочу на Аляску тоже. Поедем вместе. У меня муж не хочет на Аляску. Говорит, там холодно. А мне так хочется с пингвинами там пообниматься. Да, супер. Друзья, а кто хочет увидеть все эти страны, путешествуя абсолютно бесплатно, да, еще и, возможно, заработать какие-то деньги, а может, даже очень неприличные деньги? Так, Ира, молодец, Ирина Анчук. Кто еще? Да, благодарю, друзья, пусть ваши все мечты исполнятся, все ваши желания, все обязательно исполнятся. Тогда, друзья, мы представляем вам удивительный международный клуб Incruises, благодаря которому я начала делать подарки своему мужу. Вы помните, да, первую часть нашей презентации. Так, и я хочу сказать, что благодаря тому, что мы объединены в огромное сообщество, как я уже сказала, более 1 000 000 людей во всем мире из 200 стран мира, то мы прокладываем мосты и наводим мосты, мечтаем по-крупному, друзья. Но согласитесь, красивая мечта – это двигатель успеха. И скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, если ты создаешь новое дело и примеряешь это на себе, это правильно? Поставьте пятерочки. Ты задумал новое дело и захотел, чтобы это было приятно тебе, чтобы это приносило пользу прежде всего тебе. Да, конечно. И, друзья, я хочу сказать, что один очень умный человек имеет огромную семью, и его мечта была путешествовать вместе со своей семьей. И его мечта была
дать эту возможность большему количеству людей путешествовать со своими семьями, со своими детьми, со своими родителями и познавать мир вместе. Так вот, основателем и генеральным содиректором нашей компании «Судьбы» является Майкл Хатчесон. И его хороший друг и верный партнер – это Франк Кадина. Это два человека, которые дали возможность уже более, повторюсь, 1,5 миллиона людей поверить в себя, поверить в то, что путешествия для нас доступны, для нас открыты, и что мы очень это, что мы способны получить это все. Они создали компанию, в которой вы можете повысить свой личностный рост, узнать мир благодаря путешествиям, использовать в своем бизнесе новые технологии, а также дарить миру свои материальные даже ценности какие-то, участвовать в благотворительных программах, а у нас их 4. И также все это основано на реферальном маркетинге, то есть маркетинге из уст в уста. Это самый лучший вид маркетинга. Я думаю, что вот как я рассказываю вам, вам это нравится, и вы сможете рассказать это другим, поделиться с другими о том, что есть такая возможность. Именно этим мы и занимаемся. И мы делаем путешествия наших партнеров, наших круизеров более достижимыми, более доступными и выгодными. Мы уже с вами обсудили, почему именно круизы. Да? Ну, потому что это очень удобно, друзья, очень удобно, и это очень выгодно и с материальной точки зрения. Вам не нужно заказывать дополнительных отелей, вам не нужно тратить деньги на перелет. И ну, для девочек это самое главное, что вы вывесили свои платья один раз в своей каюте, да, в шикарный шкаф, и каждый день можете менять наряды, как это делаю я вообще. Ну, в круизах это моя работа, менять наряды и фотографироваться, делать такие вот записи, да, видеозаписи себе на память. И знаете, вот хочу сказать, что именно с нашим клубом экономия на круизах вам гарантирована. Гарантирована она еще не только на словах, а мы предоставляем вам, если вы вдруг найдете круиз, или мы уже потом с вами поговорим об отелях, хотя бы на $1 или на 1 евро дешевле, чем в нашей базе, учитывая все наши привилегии, то компания вам возместит этот, эту разницу или даже заплатит в 5-кратном размере, ну, в зависимости от ситуации, друзья. Но хочу сказать еще одно, что мы с вами видели, какие красивые круизы, как они, какие они замечательные. И все благодаря вот этим шикарным лайнерам, которых вы опять видите на своей картинке, да. И наш клуб официально, друзья, официально работает сейчас с 11 круизными линиями. Круизная линия – это как автомобильный бренд, да, Mercedes, BMW, вот так вот у нас есть Costa, MSC, Carnival, Virgin, да, 18+. Помните? Да. И вот, ну, согласитесь, что ни один международный бренд не захочет портить свою репутацию, поэтому он выбирает для сотрудничества проверенных партнеров. И, конечно же, это для нас большой плюс. Вам это, как вы считаете, для вас это важно? Надеюсь, что да. И еще хочу сказать, что помимо того, что мы работаем вот с отдельными компаниями круизными, мы также являемся партнером
и гордым участником Международной ассоциации круизных линий. То есть это организация, которая включает сюда абсолютно все структуры круизной индустрии. Друзья, хочется обратить еще ваше внимание на этот слайд, на котором вы видите, что как стремительно развивается и как много вложено и будет вкладываться в этот огромный тортик, да? Мы с вами владельцы, вот кто уже с нами в нашем клубе, мы с вами владеем вот таким манюсеньким пока еще, но у каждого он разрастается, этот кусочек тортика. Тортик 8-миллиардной индустрии, триллиардной, извините, смотрю, что 110 миллиардов, 8-триллиардной индустрии туризма, друзья. И только вот круизная отрасль за последние вот текущие сейчас года будет инвестировано более 110 миллиардов долларов. Ребят, ну почему ж не откусить кусочек этого вкусного тортика? Вы же хотите узнать, как это сделать? Я думаю, что да, ребят, потому что помимо того, что у нас есть круизы, я открываю вам еще одну тайну. Уже больше года мы имеем возможность предоставить для вас шикарный выбор отелей, резортов и курортов по всему миру. И вы видите, что самые брендовые магнаты, да, вот отельного бизнеса, Hilton, Radisson Hotels, они также уже представлены в нашей базе. Я буду немножко ускоряться, чтобы вас не задерживать. Вы не устали? Кто хочет слушать дальше, ставим, пожалуйста, десяточки. Так, как же нам стать членом нашего клуба и как же нам получить вот те желанные скидки, вот те желанные возможности, которые уже имею я и наши тысячи партнеров. Друзья, наша членская программа состоит в том, что наши члены клуба постоянно экономят сотни и даже тысячи долларов, евро, всего, как хотите, любой валюты. Но наши члены клуба постоянно в экономии, постоянно в плюсах. Всего лишь за то, что ежемесячно мы накапливаем на свои золотые карты путешественников, наши бонусные карты, которыми мы потом расплачиваемся, по 100 долларов в месяц. И каждые наши 100 долларов, друзья, вы только слушайте, мгновенно конвертируется в 200 бонусных баллов. И уже тогда мы бронируем свои путешествия за бонусные баллы, то есть имея уже скидку. А срок наших бонусных баллов по нашей текущей программе членства 2.0 теперь не ограничен. То есть вы хотите, едете сейчас, не хотите пока ехать, ваши баллы всегда будут ждать ваш круиз мечты. Итак, давайте, чтобы более подробно вы это, в этом разобрались, с вами посмотрим такую небольшую схему. Предположим, вы являетесь членом клуба уже 4 месяца. Друзья, сейчас напомню вам, скоро Новый год. Пора делать подарки и открывать себе круизные счета. Предположим, вы начали с января, вот накопили январь, февраль, март, апрель, ну или даже чем откладывать до января, нужно сейчас, ноябрь, декабрь, январь, февраль, и уже у вас в феврале на вашем счету, уже у вас, вы вложили 400, друзья, считаем 400, но смотрите, фантастика, на вашем счету уже 800 бонусных баллов. А это значит, что вы смело можете бронировать круиз.
Давайте рассмотрим пример. Предположим, вы нашли шикарный круиз на великолепном лайнере Коста Тоскана из Барселоны. Вы посетите сразу три страны. Представляете, круто? За 7 дней. Испания, Франция, Италия. Великолепный круиз. И стоит он всего 1600 бонусных баллов. По условиям нашего членства вы можете оплатить половину своего круиза бонусными баллами 800, а половину вы доплачиваете из собственных средств, плюс еще 800. Но мы с вами помним, что мы-то внесли всего-то 400, а взять можем уже 800. Так образуется наша скидка 25%. То есть практически ваш круиз стоит не 1600, да, а если мы здесь наших, то вложенных 400 и еще плюс 800, 1200. Отлично, вам это нравится? Я думаю, что да. Кому не понравится, сэкономить $400. Я вот согласилась, и я уже здесь. Друзья, но на этом наши сюрпризы не заканчиваются. Как только вы внесете свой собственный платеж $800, эти же деньги попадают на нашу другую карту. Ребят, у нас есть две карты. Одна карта золотая карта путешественника, там, где у вас бонусные баллы удваиваются 2:1. И вторая карта – это ваша карта путешественника, которая бонусные баллы хранятся 1:1. И все ваши деньги, которые вы вкладываете дополнительно к бонусным баллам за оплату круиза в отеле, они также пополняются на эту голубую карту. И что самое интересное и самое приятное, что ваши бонусные баллы, срок действия также не ограничен. Я думаю, вам это нравится. Еще немаловажный факт, что наши членские взносы всегда под защитой. И каждый раз, здесь, конечно, мелко, но я вам донесу суть этого скрина, вот под девочками, это скрин из моей электронной почты, в которой написано, что «Дорогая Алена Бондарь, ваш платеж застрахован», и что... Ну, я понимаю, что очень мелко, я просто как факт его внесла, что ваш платеж застрахован и что вы можете не переживать, что при маловероятном случае какой-то маловероятной ситуации, то есть вам деньги будут возвращены или вы получите услугу, то есть вы отправите свое путешествие. Ну, друзья, как вам вообще информация? Хотите еще получить больше от своего членства в клубе? Если вы не устали, спасибо. Да, еще один вопрос. А что, если ваше членство было бы бесплатным или открыло новые двери для заработка? Помните, да, что хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. Итак, представляю вам вознаграждение «Бесплатное членство». У нас к нему придуман очень классный девиз «Сделай 5, чтобы процветать». На самом деле, друзья, это очень-очень заманчиво. Да, спасибо, Ирочка, Наталья. Заманчивое предложение. Если вы хотите или не хотите оплачивать свой членский взнос каждый месяц, то вам клуб предлагает пригласить в свой круиз, в свое путешествие своих друзей, своих знакомых, своих близких, чтобы вместе с ними путешествовать и наслаждаться вот этими красотами, которые мы с вами видели, а за это клуб будет вам пополнять каждый месяц пополнять ваш текущий счет
пополнять вашу золотую карту путешественников по 200 бонусных баллов каждый месяц. Круто, друзья. А еще в апреле 2019 года я получила вот такой вот сертификат на сумму 2400, который подтверждает, что я могу путешествовать в год на сумму 2400 баллов, долларов, назовите как угодно. Но мне эти деньги дал клуб за то, что в свое время я пригласила 5 человек, за то, что, ну, у меня их больше уже сейчас, но 5 человек дали мне вот такую первичную возможность. И вы помните, что у меня круиз был и в 2020 году, и в 2022 году, и в 2023 году. И все эти круизы были для меня уже безоплатными. И вы знаете, вот, ну, может быть, надо было это сделать покрупнее. Здесь тоже вот я приложила скрин своего письма, когда каждый месяц приходит такое замечательное письмо. Я прочитаю. Письмо от Ingrosis, написано: «Счет создан, и привет, Алена, для вашего членства в Ingrosis был создан счет». То есть каждый месяц вы получаете счет, напоминание, что вам нужно оплатить счет. Я получаю вместо напоминания вот такое шикарное письмо. И несмотря на то, что был, для вашего членства был создан счет, он уже имеет пометку «оплачено». И членство определенно имеет свои привилегии, потому что спасибо, поэтому спасибо за ваше доверие и за то, что вы рекомендуете наше эксклюзивное членство другим. Друзья, кто хочет иметь вот такой вот счет на 2400 тысячи долларов и отдыхать каждый год благодаря системе нашего членства? Так, я даю вам несколько секунд. Давайте проголосуем, кто хочет отдыхать со скидкой, а кто хочет пригласить 5, чтобы процветать и отдыхать бесплатно. Супер, побеждают бесплатники. Кто-то даже передумал отдыхать со скидкой. Решил, что бесплатно лучше. Вот, спасибо, Леночка, уже, да, конечно же, спасибо, дорогие партнеры, что вы уже имеете эти счета, что вы с нами сегодня, что вы меня поддержали. Для меня это тоже очень ценно, и очень мне приятно, что вы сегодня со мной в поддержке. Я благодарю вас. Конечно же, побеждают те, кто хочет отдыхать абсолютно бесплатно. Я думаю, что ответ очевиден. Итак, так. Угу. Сейчас, извините. Мы возвращаемся, и я сейчас буду немножко еще ускоряться, то что-то заговорилось. Так, что же нужно для того, чтобы получить такую возможность отдыхать абсолютно бесплатно? А нужно просто обновить свой статус до члена-партнера клуба. Мы с вами говорили о том, что чтобы стать членом клуба, вы можете просто накапливать на свою золотую карту путешественников, откладывая ежемесячно по 100 долларов. Что же нужно для того, чтобы стать партнером клуба? Конечно же, нужно стать членом-партнером клуба, то есть это у нас такой совместный пакет, мы чуть-чуть позже об этом говорим. И за это вы получаете не только возможности отдыхать бесплатно, но вы получаете возможность работать откуда угодно и сколько угодно. И, как мы говорим, это глобальный бизнес у вас в кармане.
И помимо того, что вы уже как член клуба зарабатываете удвоенные бонусные баллы, вы можете зарабатывать реальные деньги. И я скажу, что наши партнеры на высоких рангах зарабатывают, друзья, очень неприличные суммы по нынешним временам. Но несмотря даже на эти времена, они все время в плюсе. Получаем мы наши средства и на самые международные, самые популярные платежные системы. Все мы их знаем. Это InPay, Pioneer, Deeper Wallet, PayQuicker. И еще одно доказательство того, что мы в лучшей компании. Совсем недавно у нас добавилась наша система InPay, то есть это наша система InGroup International создана для нашей платформы, но она также уже является международной и признана во всем мире. Хочу сказать еще, открыть секрет, что выплата бонусов нам приходит 24/7, и мы имеем щедрое вознаграждение, которые включают и бесплатное членство, и бонус за быстрый старт для самых амбициозных, кто уже сейчас хочет стартовать и получать привилегии. Конечно же, мы получаем элитные туристические преимущества. Мы можем, партнеры с лидерским рангом могут бронировать круизы, не доплачивая деньги из собственных счетов. Это вам нравится? Я думаю, что да. Ну, у нас существует, как и во всех нормальных, так сказать, организациях, существует у нас еще соревнования за бонусные баллы, а также поощрительные путешествия. И это очень круто, потому что вот нас приветствует Микки Маус. О, я не сказала вам, что с нами уже компания Disney. Друзья, к нам совсем недавно снова вернулась компания Disney Cruises. И теперь вот такие вот друзья Микки Мауса встречают вас и ваших детей на этих шикарных лайнерах. Вот так. А мы переходим к нашей великолепной радуге. И посмотрите, как сияют эти цвета. Ну-ка, давайте напишем, кто какой цвет для себя выбирает, какая сумма вам больше нравится. Напишите, на какой, какую полосочку вы выбираете для себя. Ну, обычно 2М, не поняла, что такое 2М. Хорошо, друзья. Обычно, да, вот красная как-то больше всего бросается в, ну, в глаза, да, обычно. Черную. Молодец, Лена Тюрина. Она, наверное, что-то знает. Вот, Ольга Зимина тоже хочет черную. Виктория пока фиолетовую. Друзья, это все замечательно. Все цвета прекрасны. Но вы знаете, вот обратите внимание, у нас наша радуга внизу начинается с зеленого цвета, да, а заканчивается, ну, с таким зелененьким, бледненьким, салатненьким, а заканчивается очень насыщенным таким зеленым цветом. Да, это наш ранг Royal Ambassador. И это ранг, к которым сейчас стремится уже 2 амбассадора, которые имеются у нас вот на оранжевой полосе. И 28 борд-директоров, которые у нас на голубой полосе, это третья наша полосочка сверху. Друзья, это компания, которая дарит невероятные возможности. И вы, загадав сейчас эти все свои полосочки, да, какую вы хотите, вы также можете попасть и на голубую, и на оранжевую, и на темно-зеленую полосу. Я вам всем этого желаю. Если вы еще не с нами, то обязательно присоединяйтесь. Вот, вот наши борд-директора. Тут, к сожалению, почему-то не все.
Я, наверное, не тот слайд загрузила, но неважно. Нас уже 28, да, 28 борд-директоров. И обратите внимание, насколько разные люди. Посмотрите, солидные молодые девочки, да, вот из Казахстана. Вот такие вот амбициозные, очень энергичные ребята из Испании. Такие солидные мужчины, вот и Сантьяго, и Джонатан Диас, и наши очаровательные женщины вот из Украины, Наталья Шевела, Диана Борщенко, Ольга Ратниченко, тоже вот такая солидная женщина, наш первый борд-директор. Люди все разные, но не все достигли... все достигли этого ранга. Посмотрите, какие они красавцы. И каждый из нас может также быть вот на этом слайде, друзья. Я хочу, чтобы это было несколько слайдов, вот так, чтобы мы их листали, как я свою презентацию сегодня, столько было у нас борд-директоров. И теперь мы приступаем к самому интересному. Давайте же еще раз повторим, что нужно для того, чтобы стать нам тем круизером, который отдыхает со скидкой, или тем партнером, который зарабатывает, путешествуя по миру. Друзья, вы можете вступить в наш клуб всего как член клуба, всего за $200. Из них, вы уже знаете, что у нас есть две карты, 100 бонусных баллов упадут вам на вашу голубую карту, и 200 бонусных баллов попадут к вам на золотую карту путешественников. И это дает вам возможность путешествовать со скидкой. И, кстати, хочу сказать, что у нас существует еще 14-дневная гарантия возврата. А это значит, что вы в любой момент можете сделать запрос и забрать свои деньги, если вдруг вам что-то не понравится или вы не получите тех привилегий, о которых вы хотели бы, или что-то вы неправильно поняли. Итак, вы можете стать партнером клуба всего за $95, провести свою активацию, как мы с вами говорили, да, что добавить еще активацию как партнер. За это вы получите персональный дубликат сайта, бесплатное онлайн-обучение, Академию лидерства, маркетинговые материалы, систему e-mail маркетинга, свой корпоративный бизнес-email incruises.com, инструменты управления, мобильное приложение, много-много-много. Друзья, замечтайте себя на ранге борд-директора. Вот на очередном форуме я встретилась с Султаной Шаймандановой, и обязательно сфотографируйтесь при возможности. Часто ли вы фотографируетесь с миллионерами, друзья? И я не пропустила эту возможность и желаю вам также это сделать. И вот самый популярный – это наш комбинированный вариант. Это когда вы и накапливаете, и развиваете свой бизнес, получив бесплатное членство, идете к своей мечте и зарабатываете уже на свои ранги из той нашей красивой радуги, да, вот кто загадал там красный национальный директор, интернациональный борд, и, конечно, все идем до Royal Ambassador. Еще раз повторю, что возврат оплаты гарантирован в течение 14 дней, и вы можете это сделать без каких-либо объяснений. Итак, друзья, подходим к концу. Извините, немножко вас задержала, увлеклась, так сказать. Поэтому подводим быстренько итог. Что же такое мы себя представляем? Да, что это мы за клуб? Почему вы должны нам доверять? Мы уже с вами говорили, что мы имеем опыт и профессиональную команду, руководство, да, мы имеем уже опыт работы более 8 лет, и хочу сказать, что даже в пандемии, когда все туристические, так сказать, организации, все турагентства, многие турагентства закрылись, потеряли своих клиентов,
Друзья, наш клуб вырос в 3 раза. Мы зашли в пандемию с количеством наших зарегистрированных членов клуба 300 тысяч, а вышли более 1 миллиона, друзья. Это невероятно. Вам это нравится? Мы сработаем с 205 странами мира. Наш сайт, это очень удобно, переведен на 17 языках. А это значит, что каждый ваш друг, знакомый, незнакомый человек может получать информацию и работать на том языке, который ему ближе, который, может быть, родной язык или тот язык, который он знает лучше. Я уверена, и это факт, что 100% людей экономят с нами. Мы имеем, старый слайд, более 21 тысячи круизных маршрутов и более 180 тысяч отелей курортов на любой вкус. Вы можете выбрать хостел, а можете выбрать Хилтон, да? Мы с вами уже это говорили, что все эти круизные магнаты, отельные магнаты, все уже есть в нашей базе. А это значит, что мы можем предоставить возможность любому самому-самому заядлому, самому требовательному путешественнику. У нас есть лицензии в 4 штатах Америки. А это значит, что вы, для того, чтобы их получить, это нужно было проверить нашу компанию от и до 3-го колена. Это значит, что вы в надежной компании. Мы имеем официальные представительства в Италии и других странах. Это также подтверждает о надежности. Еще очень интересный факт. Друзья, мы являемся почетными гостями инаугурации лайнеров. Инаугурация лайнеров – это такая шикарная церемония, когда лайнер отправляется в первый путь, когда его спускают на воду. Это, ну, невероятные такие эмоции. И вот наши партнеры, наши лидеры, наши руководители сейчас уже являются почетными членами и гостями этих мероприятий. Мы предоставим для вас сильную команду профессиональных наставников. И я еще раз хочу поблагодарить своих наставников и Светлану Светличную, которая нашла меня, абсолютно посторонний человек, которая нашла меня на просторах интернета, и Марину Коваль, нашего национального директора. Светлана Светличная у нас региональный директор. Марина Коваль уже национальный директор, в шаге от интернационального. Мариночка, держим за тебя кулачки. А вот за то, что всегда помогает, всегда подсказывает. И сейчас даже вот предоставила эту комнату для нашей презентации. Спасибо тебе огромное, Мариночка. И наших борд-директоров, Диану Борщенко, у которой, кстати, мы сейчас проводим очень интересную школу, коуч-сессию мышления борда. Это, знаете, такое вот разговор с собой, когда ты должен действительно за эти 8 уроков сформировать мышление борда человека, который пойдет к своей цели, который поведет за собой, естественно, свои команды. Друзья, мы уже 8-й год в пути, и посмотрите, за время за эти годы мы уже прошли в путешествиях побывали более 200 тысяч наших членов клуба. Мы прокладываем смелые маршруты, мечтаем по-крупному. А вы с нами в ИН. Что нужно сделать для того, чтобы быть в ИН? Друзья, зарегистрируйтесь на платформе ИН Групп по ссылке, которую вам предоставил ваш человек, который пригласил вас на эту презентацию. Оплатите членство и, как мы знаем, уже или партнерство. Добавьтесь в рабочие чаты. Пройдите курс «Запуск новичка».
путешествуйте, посещайте бизнес-форумы, презентации, тусовки, рассказывайте своим друзьям и знакомым о нашем клубе и присоединяйте их также к нам. Конечно, не все могут стать бордами и не все могут достичь высот. Это все зависит только от вас. Наше предложение подходит именно тем людям, которые хотят работать онлайн в любой точке мира и работать по своему графику. Тем, кто хочет построить прибыльный международный бизнес во франшизе всего за 95 долларов за полгода, кстати. 190 долларов в год, друзья, это же просто чашка кофе в день. Вот выберите, что вы хотите, чашку кофе в день или международный бизнес. Друзья, я, знаете, еще хочу закончить нашу презентацию тем, что каждый из вас должен сделать свой выбор сам. Но обратите внимание, вот такое высказывание, да, Блеза Паскаля, я бы специально вот выделила. Если вы не верите в нечто, а его нет, то вы ничего не теряете. Но если вы не верите, а оно есть, а мы уже есть, друзья, нам 8 лет, то вы теряете все. Задумайтесь об этом и добро пожаловать в Инкрузес. Осуществляйте свою мечту вместе с нами. Благодарю вас за внимание. Извините, что задержала вас немножко больше, чем планировала, но очень хотела поделиться своей информацией и эмоциями. Спасибо вам большое. Вы еще здесь? Да, пожалуйста, вы хотели задать вопрос. Извините, я так старалась побыстрее все рассказать. Задавайте, пожалуйста, вопросы.